Все, сейчас придем. Да, благодарю. Мы сегодня день такой, что на кухню отправляются братья. Вчера назначили. Почему? Сестрам нужно позаниматься. Завтра будет экзаменация. Я приду, немножко там скажу. А братья придется занять. Бензопилой работаешь? Ни разу не пробовал, но могу попробовать. Так, вы не заняты, брат? Николай, говоришь. Нам нужно, вот вы работали, это вот как раз есть. Тут два тополя есть, которые вот, вот упадут на дорогу. Нам нужно сшибить их. Прямо на дороге, в которой едем, здесь и после поворота. Два тополя. Значит, уронить их на дорогу, перекрыть, в быстром темпе расчленить. Все можно убрать в кювет и дорогу освободить. А на боку-то мы накостыляем ему. Вот сейчас так. Рулетку будете выходить? Так, что он говорит? Сейчас рулетку будете выходить? Все, сейчас рулетку. О, молодец. Тогда слушайте. Сейчас я вам сейчас рулетку закачу. Внимание. Да вот подготовка идет. Где же вы такую шапку достали? Говорю, любимая жена по заказу выполнила. Российский флаг, в который я влюблен. У меня там везде флаг. Это единственный за всю мировую историю флаг, который говорит о жизни человека. Притом он годен для любой конфессии, для любой нации. Почему? Все рождаются в крови, никто не будет отрицать. Все одинаково рождаются. Второе. Нужно думать о небе. Помышляйте о горнем, а не о земном. И не просто боком, а именно кверху. А то в Украине там желтое. И белое. 20 глава Откровения, 10, там 10 стих, 21. «Я видел великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля». Вот оно. «Родился, жил для Бога, суд Божий, вечность». Это проповедь. И когда у меня занятия шли в милиции, а там бывает 750 офицеров, и у каждого триколор, что он означает? Ни один. У меня дети знали это в лагере. Я создал детский лагерь, его был директор 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Я всегда повторяю это. Вот оно где. Теперь закрываем лысину. Они меня спрашивают иногда, почему вчера были, встречается иногда повторно, были спорашки, а сегодня нет. Это я мягкое делаю. Чтобы не упасть, видите, простой, вот он я заканчиваю. Вот это стул был. Я падаю, у меня 2,5 часа на сутки на сон уходило-то. Я сколько раз печатаю, и во время печатания засыпаю, я об клавиатуру нос разбивал в кровь. Что нужно, чтобы опереться головой? И вот видишь, как палки разные тут сделал, все это бесплатно. И теперь, если я уже совсем не могу, потому что иногда у меня начинается рабочий день, там в 2 часа. Вот сегодня я попозже стал, 3:30. Днем никогда не ложусь. Я вот так только вот откинулся. Я рассказываю о чуде пробуждения. А кто будет? Будильника нет. Я говорю, у меня ангел будет. Как ангел? Ну, просто ангел, и все. А как вы знаете? Вот я дома около печки сажусь и говорю, Господи, мне бы минут 15 отдохнуть. Ровно через 15 минут в стенку. Рядом, около головы. Я соскочу, я плохо слышу, к дверям нигде никого нету. Другой раз устал и там я скажу, мне бы минут 20, Господи. Через 20 минут прямо около головы. А если я уже крепко сплю, пора вставать. Что тут слышишь? Никого в комнате нет, я один, запертый. И притом это не один, не два раза, а ну, постоянно. Хотя ложусь спать, когда и не могу встать. Ну, поздно. Встаю рано, а силы-то уже не те. И вот на днях было. Я кошек выкинул. Они у меня здесь, чтобы они мышей ловили. Они ночью там ловят. В это время на ноги прыгает кошка. Где я? Они же на улице. Дернул одеяло с меня. Проснулся, никого нигде нету. Скорей помолиться, сходить на двор. Занимаюсь этим делом. Вот как. Кошка обрыгалась там у вас под... Может быть. Да, прям ты слышал. Я слышал вот ухом. Слушал? Ну, я не знаю. Я ее
выносил. Может, она, видимо, рыбы она вчера отъела. Может быть, боялась то-то другое. Они кошки у меня никуда не ходят. Там у них специальные это, опилки даются. Но не в этом дело. Так. Теперь рядом кладу Библию. Рядом Коран, когда мусульмане с ними беседуем. Так, все, закрываю тут. Отхожу. Так, все, которые в другом доме, там, до свидания. С Богом. Они там все уже. Так. Теперь мы заходим. О, теперь надо сделать так, чтобы не было видно, что запись идет. Так, все видно? Видно. Так, я захожу. Господи, пошли доброго человека. Это такая у меня молитва. Так, заходим. Ух, ебать. Вот заметь, какой поганый рот у тебя. Первый раз видишь человека старше вас 4 раза. И рот раскрыл матерки. Безобразник, это мусульмане. Самое блудливое племя на земле. Рот разинул-то. Смех ваш обратится в плащ. Слово Божие говорит. И не стыдно ничего. Ну-ка, вылезь оттуда, спрятался. Вылезь, вылезь, я тебе покажу мусульманам, они тебе голову на место поставят. Я тебе покажу, где ты есть. Что случилось, дядя? Смех обратится в плащ, племя блуда. Да, что руга? Так, это ему запомнится. Тут всякий разврат, все угодно делают. Надо выдержать. За это время, я уже 5-й год здесь, я нашел примерно 2500 человек, которые пожелали слышать. Слава Иисусу Христу! Ну нахуй ты, Христос! Вот. Иди я хуй, бля, воюй, бля. Мусульманин, я понял, ты мусульманин, дьяволу душу продал. Матерки изо рта валяются. Что непонятно-то? Мусульмане люди уважительные, аксакалы есть, а это племя дьявола. Ты вот эту книгу-то прочитай, да? Хоть один раз. Хоть один раз. Ну, озверели. А, вы ничего не знаете, кроме блуда. Аллахуна. Это туркмены, узбеки, таджики. Самое безбожное. Слава Иисусу Христу. Туркменов тут нету. Вот я посадил, тут была, тут Анаид сидела рядом. Ну и тут сестры были. Как они только заходят. А это у вас кто рядом? Сколько ей лет? И меня они сразу не видят. Бесполезно разговаривать. Если женское лицо, все пропало. Это походливые жеребцы. Но официально им 4-я сура, 3-й аят разрешает иметь 4 жены. Я им говорю, зачем вы здесь? Познакомиться. Какое знакомиться? У тебя 4 жены. За каждую колонку платить надо. А тут 44 голые даром. Вы с ума посходили. Тут 95% мусульман. Самое блудливое племя на земле это мусульмане. Слава Иисусу Христу. Ну, то же самое не могу сказать, но мы свидетель самолюбви Божие, что Иисус умер за грехи у людей. Смотри, как лицо меняется. Алхамдулилла, брат, алхамдулилла. Вот он, знает. Вы хоть раз Библию читали? Вы хоть раз Коран читали? Покажи Библию, а я тебе покажу эту книгу. И вы увидите, на равных разговариваем или нет. Открой 5-я сура Аль-Майда, поговорим. 68-й аят. Все, сдохните здесь. Ни один не прочитает. У вас ее нет, этой книги. Читал Коран? Передо мною мулы, шейхи встают, когда я начинаю говорить. Вы не знаете, с кем говорите. 5-ю суру открой. Ты не берешь в руки ничего, потому что у тебя ничего нету. А с кем говорить? Еще раз говорю. Открой свою книгу. Библии нет, я понимаю. Но эту книгу должны иметь. Я знаю, что чего не могу. Все, да ничего у вас нет. У вас ничего нет, кроме блуда. Нет, я просто не дома. Давай, открывай. 5-я сура Аль-Майда.
Мы не дома. Все, будет болтать. Туркмены, таджики, узбеки – это неверующие люди. Настоящие верующие – это Талибан в Афганистане, Саудовская Аравия, Йемен. А с вами разговаривать ни о чем нельзя. Вы ничего не знаете. Только развратная голова. Я не чаще знаю, что перебиваю. Давай, давай, открывай еще раз, говорю. Открой, открой. Открой, открой. Все. Ни один не откроет, они не считают ничего. Слава Иисусу Христу! Пошел ты! А смотри, усов нету, это уже я знаю, мусульманин. Мусульманин, да. Мусульманин, усов нету. Библию никогда не читали. Христа, Христа не верят, не знают. И должна быть такая книга, в глаза не видали. Не считают. Не... Считаю. Считаешь, сейчас показано будет, что ты враль. Трепло. Открой, пятая сура Аль-Майда, открывай. Ну открой, открой пятая сура, 68-й аят. Все. Открой пятая сура, пятый раз говорю, у тебя ничего нету, кроме болтовни и брехни. Сейчас положите, я прочитаю. Давай. Пятая сура Аль-Майда, трапеза. 68-й аят. Пятая сура Аль-Майда, 68-й аят, да? До того лукавые, до того лживые, прямо. Есть. Лживее мусульман никого нет на земле. Есть Коран. Открывай, открывай, считай. Открывай. Считай, если тебе палец Бог оторвет, что он тебе не нужен, палец этот. Что не спасено вам от вашего Господа, не спасено от тебя, от твоего Господа, приумножает во многих из них несправедливость и неверие, не печалься же о неверующих людях. Вы 68-й аят считаете? Да. Там написано Таурет, что это означает? Тор. Инжил, что это означает? Инжил? Инжил. Евангелие. Евангелие. Вот оно, Евангелие это. Там написано, вы в руках не держали. Евангелие, Евангелие, это ваша книга говорит. Чтобы мы по нему поступали. Я по нему поступаю. А вы не знаете ни Евангелия, ни Торы. Вообще не знаете. Сам зайди, а ты все поймешь. Мимо. Вот и мы теперь. Слава Иисусу Христу. Вот заметь, сколько идут одни мусульмане. 95%. А почему мусульман много? Блудники. А тут разврат всякий. Их в один угол сатана загнал всех. Дед, ты постоянно здесь. Смотри внимательно. Вы по-русски разговариваете? Да, конечно. А я гляжу у вас USA. United States of America. А, вы читаете, да? Открой пятая сура. Аль-Майдай, поговорим. Пятая сура? Да, 68-й аят. Угу. Ну и считай вслух. Так, сейчас, секунду. Когда вы призываете на намаз, это? Нет, там сразу говорится о Таурете. А. Сейчас, секунду. 68-й аят. Я изучал полностью все... А, 68-й? Пятая сура, 68-й аят, а. Аль-Майда. Так, скажи, Мухаммад, вот это, да, люди послания. Про это? Нет, да, считай. Да, про это. Люди ну, послания. Давай, считай. Ваше убеждение не стоит ничего, пока вы не начнете следовать Таурату. Да что такое Таурат? Сейчас, секунду. Инжули тому, что послано от вашего Господа. От Всевышнего? От Всевышнего у нас Таурат. А у вас от Всевышнего нет. А Таурат это Тора Моисея, пять книг здесь. Какие же вы мусульмане, когда не знаете свою книгу и не считаете? Дальше считай, что там написано? Сейчас, пока не уверуете в Коран и пророка Мухаммада, пока не подчиняетесь ему. Я вообще не верующий. Вот так, так и есть, так и говори. Да, а ну, что, а так, ислам, наверное, более
близко к истине, чем Библия. Ближе к, ближе к Антихристу. Вы не знаете, кто такой Христос. Иса, Иса и Иисус – это две разные персоны. Между ними 2200 лет, они даже не знают этого. Да? Да, конечно. А это написано где? 4 сура, 3 аят. 19 сура, 28 аят об этом говорят. Вы ничего не знаете, понимаете? Свои книги не считаете. Какая же это вера? Третий аят. Третья сура, 35 аят. Откройте. Третья сура, 35 аят. Да, ага. Да. Я наизусть знаю, а вы не знаете. Я не верующий. Ладно, тогда не будем искать. Время тратить не будем. Заходите в гости и будем беседовать. Я вам скажу, как меня найти. Можем встречаться каждый день. Я студентам в университетах преподавал. Отвечал на все вопросы. А к вам один вопрос. Вы не заговорили. Все. Он уже встречал вас, видимо. Да. Вот видишь, два человека, которые открыли. Это вообще сегодня это не один. Не, даже пальцем не шевелит. Это редкий случай. Они с интернета смотрели. Я изучал весь Коран, там, ну, все у меня про него сказано. А потом понял, это не надо, они ничего не знают. Им только взять только то, где говорится конкретно об Евангелии. А я Евангелие тогда открываю. Так, слава Иисусу Христу. Мы свидетельствуем о любви Божией, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания и дарует прощение всем, приносящим истинное покаяние. Дай Бог, это правда. Что? Дай Бог, говорит, чтобы это была правда. Да. Так, если вы хотите больше знать, я скажу вам. Я студентам отвечал в университетах, преподавая. Тысячи вопросов, а к вам у меня только один вопрос. Есть ли у вас скайп? Простой вопрос. Скайп – это как WhatsApp, но только на много людей. 75 человек можем одновременно друг друга видеть и беседовать хоть весь день и бесплатно. Я понял. Я раньше в игрушки играл онлайн. Вы, так, школьники, пятиклассники, его устанавливают в скайп за 5 минут. Если вы заряете два слова, Игнатий Лапкин, это я, вы выйдете на меня. У меня самые большие ресурсы на весь мировой интернет. Я все отдаю даром. А чтобы вы поверили этому, зарядите Википедию. Знаете Википедию? Да знаю. Википедия, Игнатий Лапкин. Зарядите. Слушайте, вы просто на такую тему говорите, я не хочу ничего у вас... как дискредитировать, ничего не хочу плохого сказать, но я вам сейчас скажу. Мне просто русский мало, я сюда зашел пообщаться. Ну, зарядите Википедию, Игнатий Лапкин, вы узнаете, как вам будет интересно беседовать. Зарядите. Прям сверху начинайте считать. Биография моя одна на весь мир такая. Википедия и по-русски с пробелом. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Смотрите, фотография похожа? Да, похоже. А теперь сверху считайте, родился и кто я, почему меня туда занесли? Вслух считайте. Сейчас. Так, родился и сразу начинается перечислять 12 специальностей. Так, родился 10 июля 39 года, 39-го. Да, дальше? Так, Алтайский край, православная миссия, нет. Миссионер, потом проповедник, дальше. Целитель, поэт. Писатель, поэт. Мотивационный организатор. Оратор, не организатор, оратор. Нет, то есть я на площади оратор. Проповедую. И дальше считайте. Советский диссидент, это означает, не покорялись советской властью, она нас гнобила по тюрьмам. Такой биографии больше нет в интернете. Я слышал такое. Я слышал это от своей бабушки. Вот. Она, вот если вы по скайпу... Она,
Она мне, кстати, так, погодите, 39-го? Да. У меня бабушка тоже. У меня бабушка тоже 84 года мне. Да, да, у меня бабушка тоже. А у меня бабушки будет 84. Вот если вы зайдете по скайпу, там можем встречаться каждый день. Я все отдаю даром. У меня 3 канала. Только на одном канале 23 тысячи своих роликов. И отвечаю на все вопросы. Вы можете с друзьями, с товарищами приходить. И все заметят ваш духовный рост сразу же. Так, вас как звать, можете сказать? Я скажу, с какого языка, как ваше имя переводится? Александр. Александр, защитник, греческое имя. Защитник, я знаю, защитник людей. Назовите родителей, там, друзей, братья, жену, я скажу их все. Ну, послушайте, блин, ну, я сейчас ладно. Я жду гостя. Я вас понял, вы представились, я ничего плохого вам не говорю. Просто я сейчас в таком состоянии, ну, вот, чтобы вы понимали. Я сейчас слушал «Сектор газа», я немножко сейчас уже выпивший. Мне просто с людьми так пообщаться, ну другие бы темы поинтереснее. Ну, так повеселиться. Ну, знаете, главный вопрос люди не могут ответить. Для чего они родились? Для чего живут? Какая цель жизни? Библия, книга книг, она отвечает на все вопросы. Для чего люди живут? Заходите по скайпу, Игнатий Лапкин, и сразу звонок дадите. Вас это ни к чему не обязывает, вы можете не верить, но пройдет время, вы поймете, это самый главный день вашей жизни. Да верующий я, верующий. Вон как. Вон крест. А кто на нем изображен, на кресте? Иисус Христос. Да, спасибо. А кем он для вас является? Ну, это... Блин, ну я Библию немножко читал. Это, как получается, такой человек между людьми и Иисусом Христом. Который... и этот, только этот человек мог видеть и Бога, потому что мы как бы для него... Мы не можем его увидеть, чисто природа такая своя. Вот, а он что-то между нами. Он Бога человек. Ну, как бы... Правильно говорите? Молодец, Александр. Ну, я никак... Да-да-да, я... Ну, я так немного читал, конечно. Ну, вот если вы зайдете по скайпу, вы можете приходить с друзьями, с родными. Я бесплатно отвечаю на все вопросы по 5 параметрам. Ну, я вас понял. Ну, ну все. Блин, вы только вы записали. Вы уже... Только скайп. 5 минут. Дадите звонок. Я скидываю все вам, и все это даром. И там можем встречаться хоть каждый день. А в рулетке вторая встреча не предусмотрена. Конечно, конечно. Ну что, ну, до свидания тогда, жду в гости. Ну, блин, я ничего не буду обещать. Давайте так, я просто не люблю врать. Ну ладно, ладно. Я поэтому вам говорю еще раз. Я понял, я не могу на эту тему говорить, потому что я христианин, я сам крещеный, блин, зачем я буду говорить? У меня были такие, я вот просто, ну, пока не переключились или там сбой какой-то не произошел, я вам так скажу, вот у меня, например, были такие случаи. Вот. Это не то, что там какая-то там дикая там похмелье, там пьянка, там, Господи, помоги, вот я там больше никогда не буду пить. Нет, а были какие-то серьезные случаи, там вот, допустим, я понимал то, что в ДТП там попал, к примеру, там, либо еще что-то посерьезнее. И вот думаю, вот, блин, вот, ну, все сегодня хана, думаю, ну, как так-то, блин, а вот, как-то вот, я понимаю, как будто меня кто-то спасал, ну... Ну, я вот, знаете, скажу вам, что понравилось. Гляжу, глаза у вас не обкуренные, одеты. Не материтесь, не курите. Это все положительно располагает к человеку. Ну, я пьяненький уже. Я просто... Я же не ожидал, я же как бы не заходил сюда с этой целью пообщаться. То есть я говорю. Ну, ладно. Так, вы запишите только себе где-то на бумаге, чтобы не забыть. Игнатий Лапкин, будет время, я потребуюсь вам. Вы никогда не пожалеете об этом утре. Я скриншот сделал вот этой Википедии, которую я открыл. Да. Когда вы прочитаете, там внизу документы, около 40 документов. Каждое слово подтверждается документально. Хорошо. Слушайте, а почему вы так вот, ну, вот здесь сидите, рекламируете или как-то? Ну, это работа. Мы знаем, люди, которые умирают без Христа, они идут в ад. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна 3:36. Поэтому я серьезный верующий. 60
Один год я как Евангелие получил в руки. И я вам скину ресурсы и ролики. У нас есть, вот тут брат снимает, он хорошо поет. И, ну, все материалы я скидываю. Вы не будете рады, скажете, сколько много богатства. Только звонок маленький дайте. Я скидываю не гигабайты, а терабайты. Я понял. Хорошо, я вас услышал, да. Скажем так. Ну все, Александр, отхожу я. Я рассмотрю ваше предложение. Хорошо, жду в гости. Скайп, Игнатий Лапкин и звонок. Все, больше вам еще не надо. Я скриншот сделал. Все, до свидания. Я зайду, поинтересуюсь. Хорошо, я отошел, с Богом. Ну все, понятно. Ну вот, дождались. Наконец встреча. А иногда бывает так. Раз за разом идут люди, которым можно говорить. А бывает, я просижу сколько? Ни одного. И надо Богу доверяться. Я же спросил, Господи, кому обращаюсь? К Богу. Дай мне хорошего человека. Вот он подошел. Для тебя он просто так наткнулся, а для меня ответ на молитву. Но говорят, а у вас были такие глобальные молитвы, чтобы ясно было, что Бог отвечает. Я говорю, а вы знаете Советский Союз, что это такое было? Более страшной системы не было на Земле, не было. Я сейчас вам расскажу, записываю, пожалуйста. Ну, сравнения никуда не годятся. Некоторые говорят, ну вы вот восхваляете то, другое там где-то. Я не восхваляю, я не теоретик, конкретно. Люди питаются чем? Что производит Земля? Чингисхан трогал крестьянина? Нет. А Наполеон? А Тамерлан? А Аттила? А Гитлер? Никто! Раскулачивать. В нашей деревне, вот в этой вот, 7 человек, которые что-то имели хорошее, там, лобогрейка, там еще что, всех подмели в нарыв, и там и смерть. Черчилль, кажется, или Рузвельт спросил Сталина, вот коллективизация во что обошлась? Как Солженицын говорит, растопырил пальцы, показал. 10. На самом деле 12 миллионов лучших тружеников смели. А мы-то ничего не знаем. У меня, которые родственники были, все погибли. Гитлер это делал? Нигде. Притом он не приходил путем переворота, а голосованием. Сначала 2% выиграл. Следующий год. 10%. Он самым демократичным пришел. И у него разбивается до времени, когда он не тронул евреев. В этом смерть его. Ну, кого-то из крестьян тронул, одного. Одного и 12 миллионов. Разница есть? Дальше он пришел. Старые офицеры у него поднимались. Ни одного офицера Первой мировой, которые были, он не убрал. Ни одного. Здесь подряд вырезали все. Казачество. Под корень. Дворянство, под корень. Там не графы, все остались на месте. Сделай сравнение. Разница есть? Я не настаиваю, вы просто сами поглядите маленько. Задача какая стояла? Он поставил задачу, Адольф Алоизович Гитлер, Шикельгрубер его, чтобы у каждого человека была машина. И трассы построил такие, по сегодняшний день ни одного ремонта еще нету. А у нас что? Машина, у нас только здесь одна машина была на район, ему героя присвоили, Чибис Афанасий Филиппович. Такая маленькая машинешка, как ванна опрокинутая, одна, все. У нас велосипед один был на всех, а в семье 10 детей. Разница есть? И притом поставил задачу, чтобы каждый немец мог отдохнуть в году раз на лучших курортах мира. Вообще не совпало. Сделал, да. Здесь пришли коммунисты, большевики, на страну, которая занимала в Европе первое место по развитию. И уже через 3 года могла быть выше Америки. Разрушили до основания. Голодомор. Он пришел, когда кубометрами деньги исчислялись. Полное уничтожение страны. Поднял на ноги. Пол Европы положил под ноги. Разница есть? Я не за Гитлера, нет, я за действие человека. И вот посмотрите, когда ездит. Везде приветствует, приветствует. Чехословакия. Вы видели Сталин, чтобы ездил где-то по Эстонии, по Литве? Нигде нету. Кремлевский демон зацепился там. А этот везде
90% женщин, немых, хотели получить дитя от него. Не из-за страха, а из-за любви. Больше и более любимого предводителя народа не было со времен Христа. Самая роковая ошибка, говорят, вот он разделил войска под Москвой, на юг скорее к горючему подойти. Нет, он тронул Божий народ. Бытие 12.3. Проклинающий этот народ, иудеев, проклят. Благословляющий, благословен. Мне часто говорят, вот вы что делаете, это невозможно, думаю, человеку сделать. Возможно, когда с тобой Бог, и ты благословляешь народ Божий, ты благословен будешь. Вот сегодня женщины одни будут заниматься, с ними будут заниматься. Завтра экзамены будут, послезавтра крещение. И это надо все вместить. А у вас ответ есть на это, вот что есть? На все есть ответ. Почему я прошел эти круги? Вот как. Я говорю о миллионах людей, погубленных ими же. Почему Украина против идет? Голодомор кто устроил? Чтобы люди подчинились, отнимают все зерно. Люди с голоду мрут, как мухи, косяки грызли. Выходят на улицу, лежат, погибают. Это не отрицается нисколько. Речь идет о многомиллионной гибели людей. Вот Солженицы описывают. Картошку копают, жене показывают, пришли. Так, одну кучу здесь сделаешь, другую там, вторая, ни одной не трогай. Мы заберем, когда заберем, а вторая тебе. Он говорит, у меня четверо ребятишек, ни одной картошки, иначе гулаг. Уже температура нулевая, снег, никого нету. И она решила взять, хоть один раз детей накормить. Соседка видит, сразу сообщила. Всю семью развалили, ничего нигде нету. И она, мать погибает. И это коммунисты все делали. Нужды в этом никакой не было. Подчинить. И все самые, кто самостоятельно, НЭП сначала дали, выявили, кто трудящийся, и свернули сразу. Более страшный, это не власть, это антивласть. Но Господь допустил. И почему? Вот другой вопрос. Вот как. И когда начинаешь говорить, а вот вы... Внимательно. Есть один такой человек был, говорил, я отвечаю за то, что сказал, а не за то, как вы поняли. Кто это сказал? Ну, слышал? Понятно? Ницше. Мастер и Маргарита смотрел, когда они на прудах сидят там на скамейке, и Воланд, и говорит, Бога нет. Он говорит, и Бога нет, и дьявола нет. Он, нет. А он, дьявол, сидит рядом с ним. И дальше раскрывается вся эта картина. Видели? А кто играет эту роль? Олег Далисашвили. Другого нельзя было. Прям веришь, что это Волан сидит, а это дьявол. А для чего я это говорю? Для того, чтобы мы были очень аккуратны. Вот мы договорились сейчас, какая спецоперация там идет. Никогда этой темы не касается. Власти признали, если ты говоришь против... Ну, против. У меня сына, если убили, против. И это не имеет никакого значения. 15 лет тебе тюрьма. За убийство 7. Что-то какое-то несоответствие. 15 лет. И при том, сколько здесь артистов кинулись за границу. Я ничего не имею. Я просто говорю, будь осторожен. А как вы на это смотрите? У меня есть ролик стоит. Меня спрашивают. Не один раз. Да, кажется, вот брат и спрашивал. Я отвечаю. Это от Бога. И Путин в данной ситуации выступает как помазанник Божий. Эпиграф 48.10 Иеремия. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто меч Господень удерживает от крови. Вот меч Господень пришел в лице России туда. Это люди, которые кричат, они еще не понимают. Путин в самом начале сказал, они вон подали заявление, а он устанавливает ракеты на границе с Российской Федерацией. До Москвы долететь 5 минут. Почему Америка за океаном и 200 ракет даже отсюда? Долетят, не долетят, а к берегу подтаскивают. Зачем им нужно? А я верну Крым, то другое. Ну, этот артист их сказал. Клоун. Перед этим у него выступление у этого клоуна было. Знаете, я Деленском говорю. И он... развалится так. А какая нация его? Он не скрывает, евреи. И вот он говорит, знаете, я буду президентом. Я вам
зарплату в 3 раза больше дам. Вы же понимаете, что я шучу, вот вам будет всем. На сцене стоит, выламывается, и все ха-ха-ха-ха-ха-ха, вот все так и подошло. А вот вам будет, а ты же обещал. Что он обещал? Клоун. Он никто. Только туда едет, говорит, лизоблюды. А что нужно делать? Вот интересно, инаугурация, когда у него была, а я здесь сидел. Я не могу передать это словами, какая у меня скорбь и печаль, что они делают, Украина. Мы Украину никогда не отделяли. Украина, Беларусь, мы один народ. Это где-то в плену там были, Украина, но на окраине. И где они в плену были, там разных слов набрались, как Жириновский говорил, языка-то своего нету. Если у нас вера, они говорят, вера. Ну, это маленький ребенок косноязычный. Нет языка такого. 300 лет, 400, нигде этого языка не встречается. Гоголь, Григорий Сковорода, то есть самые знаменитые люди, Богдан Хмельницкий, они говорят по-русски. У Гоголя найдите, чтобы он по-украински это говорил. Это не язык, это искаженный русский язык. Я в это верю. И что? Да ничего, просто надо быть смирением. А их так натравили, они перед этим были ребятишки в школе, скачет москаляку, нагиляку, то есть русских на виселицу. Получили? И кто это скакал-то? Где они? Никого нету? А их там на улице прямо хватают. Тут еще, если у тебя есть там дети, там какие-то льготы, там нет ничего этого. Прямо в магазине человек подошел, так сколько лет, хватает подряд и все, пошел. Показывают прямо. Я ни за кого. Я просто говорю, надо быть очень внимательным и осторожным. На сегодняшний день нас Господь милует. Есть у нас тут враги лютые, а мы живем, свое дело делаем. И этих врагов, у них ничего нету. А у нас есть друзья. У нас есть молитва общая. У них ничего нету. Мы имеем великое сокровище. Это народ. Вот он приехал. Вы его не знаете, некоторые? Брат Георгий Кадушкин. Он и не приехал еще, а я уже ему работу нашел. Хорошую работу. А какую? Сегодня женщина занимается, чтобы он провел урок. Он очень интересно рассказывает. Как. У него интонация как бы такая же, согласно того, что говорит. Он ни одного слова лживого не скажет. Расскажет о себе. Ну и по виду его женщины расположены к нему будут. Согласен? Конечно. Как мы. Я без него уже его женил. И даже когда бывает, что за неделю было, я каждый раз, ну, выступает один за другим. Где брат Георгий, ты Кадушкин, давайте его. А вот он тогда голос подает. Скромный очень человек. Так, братья, уходим. Что у нас? 7 часов, только дойти до дому. С Богом. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Сейчас я за вами следом потихоньку.